Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, и да, он у меня появился наконец-то, мой любимый нитковдеватель от Пака. Почему любимый? Сейчас расскажу. Масага Кростич. Мой рукодельный уголок с гордостью представляет. Дело в том, что мне любить нечего больше. У меня не было, как вы знаете, ни одного нитковдевателя в жизни, даже самого дешевого, любого другого. В общем, это мой первый и, я надеюсь, последний нитковдеватель на всю мою жизнь. Если, конечно, не придумают еще чего-нибудь такого навороченного. А теперь позвольте я вам расскажу прекрасную историю о том, как он у меня появился. Дело в том, что я очень-очень давно о нем мечтала, и в своих рукодельных фактах в 10 я рассказывала о том, что хочу только его. Также я еще не раз упоминала о том, как я его сильно хочу в своих последующих видео-болталках, но так и не приобрела его до сих пор, потому что то забыла, то его не было в наличии, то. Но мой муж очень внимательно следит за моими видео, так как он непосредственно принимает участие в их создании, как и вдохновитель, так иногда и подбрасывая некоторые идеи. Он как бы слышал о том, что я очень сильно хочу такой нитковдеватель, но до сих пор у меня его нет. И вот в один прекрасный день он приходит домой с некоторым сверточком. И что вы думаете? Там был нитковдеватель Пака. То есть это абсолютно для меня было шоково, неожиданно, приятно, безумно. Я даже не могу подобрать слов, потому что это такое состояние, знаете, когда человек, тем более мужчина, угадывает какие-то ваши рукодельные мечты и воплощает их сам в реальность. То есть мой мужчина сам в интернете нашел этот нитковдеватель, нашел магазин, в котором он есть в наличии, аж во Львове это было дело. Это чувство, когда в душе все встрепенулось, и я поняла, что вот она любовь на самом деле. Вот она любовь, внимание и уважение к моему хобби. Ну и так как мой любимый по-любому смотрит это видео, поэтому, Мишка, спасибо тебе огромное. Ты просто перевернул в моей голове все, и я поняла жизнь, реально. И давайте теперь приступим к обзору самого девайса. Начнем с того, что производитель указывает нумерацию игл на упаковке, которые возможно туда засунуть. Это номер 24 от 24 до 16. Я на самом деле пользуюсь им и для вдевания игл номера 25 и 26. Также, но с переменным успехом, о чем я вам расскажу далее. Пользуюсь я этой штучкой уже больше месяца, поэтому с уверенностью могу вам озвучить свое собственное мнение по этому поводу. Значит так, эта вещь должна быть по-любому именно у меня, то есть это вывод, да, такой общий. Пользуюсь я им не для того, чтобы вдеть в иглу одну ниточку текущую, если вы, допустим, закончили какую-то ниточку, и вам нужно быстренько поменять или вставить другую и вышивать дальше, то это займет больше времени, если использовать данный девайс, чем если бы вы это сделали ручками. Пользуюсь я этой штукой только если я вправляю в иглы две и более ниток одновременно. Я имею в виду, если я взяла какой-то значок и вижу по схеме, что его много в дальнейшем нужно отшить, то я просто, естественно, беру этот нитковдеватель, беру несколько ниточек и начинаю иглу за иглой вправлять в иголки. Да, для этого он мега-супер удобен, и так получается гораздо быстрее, ну, лично у меня. Нитковдеватель от Пака очень легкий. Я не знаю, сколько он весит, такое чувство, как будто 100 грамм, не больше. Он состоит из двух пластиковых таких штучек, одна из которых служит большой кнопкой, собственно, одна подвижная, то есть там, наверное, пружинки вставлены какие-то, да, которые позволяют вам нажать кнопочку, и при нажатии на кнопочку выдвигается вот такой крючок, который, собственно, нитку затягивает в ушко иголки. Сейчас я покажу вам это в действии. В данном примере я использую иглу 25 размера. Дело в том, что здесь вот эта штука, она немножко или магнитит, или я не знаю, как она сделана, но игла вставляется четко так, как ей нужно здесь стоять. То есть ушко к вам развернуто плоско. Видите, как бы я ни вставила, оно вставляется именно так, как нужно. То есть при нажатии на кнопку крючок проходит прямо в ушко, не задевая, собственно, боковых сторон ушка. Но
Если вы вставляете сюда иглы, например, как здесь 25 или 26 размера, то, конечно, бывают такие случаи, когда немножечко, если я тороплюсь, она вставляется ровненько сюда, в этот паз. Но иногда вот сам крючок, он может попадать за пределы ушка. То есть, видите, оно чуть-чуть подвижно, само ушко. И немножко оно может, сейчас у меня не получается даже вам показать, потому что такие случаи довольно редкие. Давайте попробуем вставить сюда ниточку. Ниточку я вставляю таким образом, чтобы здесь был кончик не очень длинный, вот здесь оставался. Так удобнее будет намного вам ее потом извлекать, иглу. Здесь есть нюанс. Если я вставлю нитку слишком вот так далеко, то механизм, который подвигает ниточку к ушку, он просто не сработает. Смотрите. Видите, вот эти части подвигаются, а это осталось на месте, которое нам нужнее всего. Поэтому я наловчилась. Это, конечно, все пришло с опытом. Такого не написано в инструкции, к сожалению. Если я подвигаю слишком близко к началу, то, соответственно, здесь вообще ничего не происходит. В итоге опытным путем было определено самое-самое идеальное положение. Это вот так, не доходя до конца. Чуть ниже серединки и не доходя до конца. Таким образом, подвигающий механизм срабатывает идеально. И крючочек захватывает вашу нитку и пропускает ее в ушко. Вторая проблема, которая у меня возникла, это как правильно вытянуть иглу. Честно скажу, у меня до сих пор, особенно в спешке, не получается правильно это сделать. Поэтому я как бы все еще приспосабливаюсь. Но на инструкции мы видим, что иголку нужно потянуть перпендикулярно вверх от этого механизма. Я пробую это делать, это получается очень тяжело, то есть у меня практически не получилось. Поэтому я стала тянуть ее немножечко как бы в бок. Не прямо перпендикулярно, а в бок. И в тот момент, когда я начинаю тянуть иглу, я прижимаю пальцем нитку, чтобы она никуда не выскочила и не сместились как бы две нити относительно друг друга, я ее тяну очень легко. То есть это просто сноровка. Вы должны привыкнуть к этой штуке и полюбить ее всем сердцем, всей душой. И сейчас я приведу вам аргументы, которые убедят вас в том, что это действительно нужная вещь. Если, к примеру, самые обыкновенные нити мулине хлопковые вы сможете вставлять в иголки без проблем, то что вы будете делать, если вам придется вышивать нитками, например, светящимися E940 от DMC, которые имеют несколько рыхлую, можно сказать, синтетически ватную структуру? Они очень сильно расслаиваются на концах, и вставить их в иглу, даже намочив собственной слюной, будет крайне сложно. Тогда как нитка-вдеватель Пака с этой задачей справляется просто за одну секунду. Та же самая история вас может постигнуть, например, с металлизированными нитками DMC, которые вообще очень сложны в работе. Ну и, соответственно, если вышивать в 2-3 ниточки, это будет сложно и вправить в иглу. Такая же история с шерстяными ниточками, которые тоже очень сложно намочить или скрутить таким образом, чтобы они вошли в ушко без проблем. Я уже, конечно, молчу за всем известные ниточки, которые имитируют шубку и шерстку. Посмотрите, какие они волосатые и пушистые. Ну а что, если вы просто обожаете наборы Dimensions и вам приходится вышивать ниточками даже в 6 сложений? Попробуйте их очень легко и просто вправить в иглу. И с этой задачей за секунду справится нитка-вдеватель Пака. Правда, вытащить иголочку уже будет немножечко сложнее. Но все равно это быстрее намного по времени, чем если бы я вставляла в данную иглу все 6 ниточек по одной. Продемонстрирую, как нитка-вдеватель Пака справляется с заправкой ниточек Крейник. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши лайки, комментарии. И всем до новых встреч! Пока!